Привет, только рыбы, только иди. Выдупит печку я. В печника игралась, замазывала все швы. А сейчас крашу потолок. Вон, видите, уже сколько покрасила. Беленький, красивенький. Лицо мое не знаю какое. Есть в краске. Рука вся в бубенках. И тело в бубенках. Жесть, короче. Ай-яй-яй. А кто это тут домой приехал? А кто это сразу бардак мне тут устроил? Кто это домой явился, а? Где блукали 3 недели? Скажи, бывает бардак, когда ты не сняла, когда я сказал, не ел. А? Угу. Бардак уже был в пылесосе летал. Мама сегодня убирала-убирала. Убирала-убирала. А я про пылесосе работала. Ага. Пришла с шабашки, пряник. Помылась. И спасибо. На диване пряник наделал. Привет. Мама. Привет, всё. Большун. Где твои зубы? Где твои зубы? Что, мамуля? Зайчик, давай ложиться спать. Какие прописи? Ну, пиши, повторяй по точкам. Мама устала, мама в пачке ходит. Наработалась, мама, его по точечкам хорошо. Чем вот эти? Очки. Пропасть одна явилась. На выходные уже Каринка домой приедет, да? Да. Угу. И я на выходные приехала. На карантин. Всем доброе утро. Спит моя дядюшечка. Максик тоже спит. Танюша на улице. Мальчишки на работе. Ну, а я хотела доделать все работы. И по дому, и по шубашкам. А потом делать себе ногти. Но нет. Сажусь. Приготовила себе место. Столик. Буду мазюкать. Потому что этот вот ногтик мне один что-то не нравится. Здесь вот пошла как будто бы как отслойка. Длина очень длинная, поэтому нужно делать коррекцию. Ну что ж, ничего страшного. Буду красивыми ногтями делать ремонт. Помогали мы ногти. Это такое... Левой рукой. Мам, ты помнишь, как ты синий горошек сделала? Угу. Я хочу еще, чтобы на тебе, на каточках были. Да, синий горошек хочешь на меня? Да. Помнишь, как ты еще себе делала зеленый вот такой? Помню. Я хотела еще, чтобы ты сделала зеленый такой. На ногах. На ногах, а не на ногах. Да. На ногах. О, иди. И черный ты, наверное, делаешь, да? Угу. Там есть. Ничего страшного. Ты поплачешь. Мама, а сделаем еще, ну вот, 20. Лена, потерпи чуть-чуть. 3 сделаем. Мама, надо сделать себе ногти. И надо вот тут вот 2 сделать. Особенно на этом пальчике. И вот тут надо. Доминика. Там пополз под стол. Ку-ку. Пошел помогать. Пошел помогать с той стороны. Да. Все. Ура!
День закончился. Ой. Кыс-кыс. Потом уже выключено. Нет? Не выключила? Потом покажем вам результат. А так пока что вот. И мне. Чуть-чуть подпилить еще что-то. И мне покажешь, мамочку. Да. Мама, и мне покажешь. Цвет потом уже завершаешь что-то. Мамочка, ну ты попозже их. Я же ноготочки свои вчера не показала, сделала и на работу убежала. Инц, это одна рука. Инц, это вторая рука. Тут три таких. Да? А тут три таких. Определенный вид, чтобы показать. О, вся в краске. Вся в краске. О. Все, прости. Все. Ремонт на работе. Ну что, тебе весело гулять под дождем? Да. Пошел дождик, Доминик, стой, ходи на улицу, ходи под дождик. Даже детки ждут дождика, да? Не только травки, он все повыгорал. Только одни лиленькие остались и роза. Все повыгорало. Круто? Тебя не видно. Грибочек. Ну да, дождик идет. Ну да, подойдем. Ага. Поспала, приехала до 2 часов. Ой, давай сюда. Сейчас попозже, пока хозяйка там отошла на почту, ей нужно. Попозже пойду работать. Не знаю, что буду делать. Может, покрашу. Ну, скорее всего, нужно печку покрасить, чтобы она высохла. А обои уже завтра, потому что сегодня сил у меня на обои, к сожалению, нету. Прыгнула. Нету лучше еще, чтобы прыгать. Прыг. Ну, какая красивая печка получается. Тут еще не очень. А тут уже второй слой. Сегодня крашу. Беленькая. Красивенькая. Печка им не нужна, так как есть электроотопление. Поэтому печка красится обычной масляной краской. Бля, вот действительно, эта точка вон, бросается в глаза. Чем бы ее замазать? Чем замазать? Я глиной тут замазывала и, видимо, пропустила вот этого чуть-чуть. Зараза. Ну вот, начинаю творить красоту. Гуляюсь с подбором. Идет подбор. Угу. Гули-гули. Потолки кривые, капец. Вот какая красота получается. Лепота. Еще вон сколько. Много еще. Ну там не знаю, как я буду гулять. Ну как-то. Ну вот уже какая красота у меня вырисовывается. Там стеночка. Уже на эту пошла. Здесь будут простые цветочки. А тут будет возле кровати такие вот обычные. Без цветочков. Тут будет шкаф стоять у них. Ну, красота. Потолочек блестит. Даже отражается обои на потолке, видите? Как красиво. Ну, обои такие. Вообще, классные, классные. Красивые, красивые. Как было бачно. Ва, какая красота. И доброго эта стенка получилась, да? Да. Хорошо. Да. Все. О, какая я явилась домой. Не знаю, ты умеешь считать. Я неправильно считаю. Я на туалет посчитала так, что трубка лишняя оказалась. А по комнатах тютельку вышла. Ой, могу. Все, заморилась, мама. Мама устала. Да?
Меня там покормили холодильником, колбаской, кофе. Так что я не голодная. Да, в обед покормили. Потом а Миша как сказала, не кормили? Потом сказала, садись, ешь, иначе не дам гроши домой, не пущу. Вот, так что женщина очень хорошая, покормила меня. Жалела, сказала, кидай скорее, ну, доклеишь потом. Я тебе все заплачу, дам, ну, я знаю, что мне нужны деньги за машину расплатиться. Зарабатываю. Короче, она говорит, я тебе все заплачу, все отдам, ты это потом доделаешь. Я знаю, что ты приедешь, ты меня не бросишь. Вот, короче, ну, я ж такая, что буду жопу рвать. Чтобы потом было меньше осталось. Короче, мне еще закрасить пол. Ну, придется покататься несколько дней. Один день поехать покрасить сначала там, где оно затоптано, стерлась краска. Потом, через пару дней, тогда будет выходная, поехать закрасить половину комнаты. Дождаться, пока высохнет, перетащить туда шкаф, этот вот огроменный тяжелый шкаф с кроватью. Но шкаф, возможно, выбросить вон за выходные. Я уболтала бабку купить ей новый шкаф, красивый. Они говорят, старинные, а бы что. Ну, красивый ремонт и старая мебель. Нужна новая мебель, красивая. Все, мои хорошие, всем счастья, любви, да, здоровья. Завтра поеду после работы, завтра день на работу. Там поработать много чего. Поливаешь огород? Поеду за корешкой своей, за Машенькой. Иди клубнику кушать. Клубнику кушать, я наетая. Я уже папа, наетая. Наетая и устатая. Пока, оставься, иди. Пока-пока.